Мы сейчас смотреть будем, что делать, Матюш. Смотреть посылки. Твои посылки. Что у нас пришло здесь? С Алиэкспресс, да? Джум пришло. Еще будем сейчас раскрывать все посылки. Здесь должна быть курица. Или здесь. Посмотрим. Или здесь. Посмотрим. Не знаю. Идет тут. О, первую посылку будешь раскрывать тихонечко. Что это пришло? Звездочки сидят. Звездочки. Должны светиться. Ну, мы потом, когда распакуем, покажем, что это за звездочки, да? Распаковывай. Так. Вот, сколько много. Батюш, ой, сколько много. Куда ты их будешь все? Это мама заказывала. А куда она будет? Не знаю, говорила, что светит. А, вечером, но так мы потом вечером сделаем, да, такие, и посмотрим, как они будут светиться. Хорошо, до вечера. Следующую давай распаковывай. Вот так, как они будут светиться. А, покажи картиночку. А, так красиво будет. Ну, потом вечером сделаем, покажем. Хорошо. Отсвечивает. Да, отсвечивает. Как они называются правильно? Люминесцентные эти. Нет, флуорис. Сейчас скажу. Степа. Да, это, наверное, что же это пришло тебе? Курица! Курица! Курица пришла. И что же она делает, эта курочка? Яйцо тебе снесет сейчас. Курица брела. Вон какая. Ой! Это что, она яйцо несет? Да. И что дальше делает? Всё. Это как брелок? Да, это так это и. Покажи. Брелок. А, это брелок курица. Бе! Выше не видно. Брелок, который курочка несет яйца, да? Странные яйца довольно-таки. Сразу разбитые. Ну да, с желтком вместе, да? Вон она что такое. Ну ты же ее не вытаскивай. Да она не вытащит свой желток. И желток в яйце даже. Да. Интересно, это ты захотел такую курочку заказать. Антистресс называется, да? Сейчас подожди. О, у тебя еще зеленый антистресс. Ну, понятно. Ну, давай раскрывать третью посылку. Теперь давай смотреть. Следующую. Вот это вот. Неправильно, что все говорят, что хвост впереди. Да? А эта курочка, смотри. Вот они. Это крылышки. Они летят. И курочка эта не сидит. И не стоит. И все думают, что это хвостик. А это вот глазки. Да? Здесь и носик. А эта курочка, которая несет яйца, она летит. Вот, видишь? Летит. И хвостик у нее кверху. Крылышки, вот они, вот, видишь, вогнуты. Вот она. И она вот так вот летит. И вот он здесь клюв. Вот он клюв. А это глазки. А это гребешок. Вот она вот так вот летит себе, летит. А все думают, что это вот так, да? Да? Ну, теперь понял? Вот она, как летит. Следующая посылка. Матвей, раскрывай. Следующая у нас посылка. Это мама заказывала, наверное, да? Это отбеливающее мыло. Как оно еще называется? Не знаю. Отбеливает пятна все, да? И от пота. Следующая посылка. Следующая у нас посылка идет. Что, Матюш, открывай. Что у нас здесь? Так, это мамины пришли трафарет делать. Вот этот трафарет пришел. Стрелки делать. Ну, мы это показывать не будем. Как ноутбук. Ну да, это мамины. Вот они, трафареты. Накладываешь на века и рисуешь стрелки.
их 4 штучки. Вот они, 4. Сейчас поближе поднесем. Вот они, наклеечки. Это надо пробовать, как они будут наноситься. Так, это что пришло к нам? Стёпе. Это Стёпке пришло, нашему внучику. Так. Как? Что там нашему Стёпочке пришло? Ух ты, фартук. Кушать фартук. Что это он такой большой? Да написано, о, какой фартук. Что это за фартук такой интересный? Ну, ничего себе, положи на стол, посмотрим поближе. Так, открывай. А, ручки надевать. Вот ручки, как кофточкой одевают. Здесь кармашек. Если он будет кушать, то вся еда сюда будет лететь, да? Это точно для, точно для нашего, да, Стёпы. Точно. Вот такая вот у нас получилась. Вот такой еще детский слюнявчик интересный. Такой вот. Он как бы пластмасса, но она такая не гелевая, пластмасса. Одевается ребенку. И сюда еда. Если он разливает, сюда еда проливается. Очень удобный, такой хорошенький.